Правительство Чехии утвердило новую национальную оборонную стратегию, которая утверждает Россию основной угрозой для себя и стран-партнеров блока НАТО. Документ определяет Россию угрозой для безопасности Чехии и ее союзников, и фактически является ответом на фундаментальное ухудшение среды безопасности после российского вторжения в Украину. Россия будет представлять самую серьезную угрозу безопасности Чехии и ее союзников в долгосрочной перспективе, говорится в стратегии. Согласно ей, вероятность военного нападения на Чехию или одной из других стран НАТО и ЕС является самой высокой со времен окончания Холодной войны. В документе упоминается и потенциальная угроза со стороны Китая, который стремится навязать свои идеи глобального порядка, нестабильности в Европе и международного терроризма. Главной целью чешской оборонной политики является подготовка к долговременной оборонительной войне высокой интенсивности с технологически развитым противником, оснащенным ядерным оружием. Первоочередной задачей, согласно новой стратегии, является сдерживание нападающего. Наша цель – не война с агрессором, а сдерживание его от нападения. Чтобы это сработало, нам нужны мощные оборонительные возможности и решимость использовать их в случае нападения, сказала министр обороны Яна Чернохова после заседания правительства. В стратегическом документе указано о необходимости создания хорошо вооруженных, оснащенных, обученных и боеспособных вооруженных сил, которые могут быть развернуты в операциях коллективной обороны. И, по словам Черноховой, с этим связана модернизация армии. Другой задачей стратегии является всесторонняя оперативная подготовка территории Чешской Республики и обеспечение приема, переброски и поддержки потенциально большой численности союзных сил, сказала она. Согласно новой стратегии, Чехия не будет стремиться получить ядерное оружие в соответствии со своими обязательствами, вытекающими из договора о нераспространении ядерного оружия. В то же время в документе отмечается, что страна активно участвует в ядерном планировании НАТО и способствует ядерному сдерживанию Альянса. Хотя применение ядерного оружия против территории Чешской Республики маловероятно, агрессивная ядерная риторика России, направленная против стран-членов НАТО и ЕС, является очень рискованной, говорится в документе.